Вы будете играть или нет, блядь? А, или вас кончать, нахуй, блядь? НТВ приехал, блядь, вас снимают, придурки, блядь. Какой-то, блядь, Нижнекамск не можете обыграть. Вы что, охуели совсем? А? Ты ж кидался на меня драться, блядь, урод, блядь. Так вы его вот тут, блядь, дерись, вот на поле, блядь. Вон, вы доигрались, что пустые трибуны, никто не ходит даже на футбол. Это что, правильно, что ли? Давайте, с Богом. Вперед! Запасных игроков президент Тумаев тоже старается держать в тонусе. А ты что, отдыхаешь? У тебя что? Яйца защемило, блядь.